Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать. Насобирал я таки пластик, так что мы сейчас сможем с вами сделать эту штуку, набор строителя. И плюс еще нашел чертеж, не поверите чего, обрезом. Где наш обрез? Вот он, смотри. Предлагаю его сделать и ходить вместо арбалета с обрезом. Так, давай посмотрим. Модернизация, набор строителя. Так, лимит построек. Давай, наверное, сразу, да? Сделаем вот так вот. Ага, можем еще. Все, больше не могу. Где наш обрез? Где наш обрез? Где наш обрез? Хочу, чтобы наш обрез был вместо, наверное, арбалета, да? Да, вот таким вот образом. Должна будет потом обрез тоже прокачать. Так, все, хорошо, выйти. И давай смотреть, сколько у нас с вами есть. Блин, один всего лишь, да, патрошек. Угу, инвентарь, инвентарь, инвентарь. Всего один патрошек. Зато есть тут три, хорошо. Но пусть будет, мало ли. Шанс оглушить врага 3%. Ладно, ладно, давай. Двигаемся дальше. Так, что я хотел? Я хотел закончить строительство того моста. Сейчас мы с вами этих бабаек вот так вот разберем и пошли дальше. Так, даже останавливаться не будем. Пошли сюда. Не помню, здесь, по-моему, тоже кто-то был, да? Ага. Вот этот вот. Хохотун. Чисто хохотунчик был. Давай, побежали. Достроим мост. Погоди. Все, отлично. Заберем косточку. Заберем, наверное, мясо с вами. Вот таким вот образом. И да, я, по-моему, могу еще улучшить нашего пёселя, но для этого мне нужны вроде бы либо бусы, вот эти вот выпадают, либо осколок какой-то синий. Вот это я не знаю, где мне его искать. По-моему, в прошлый раз мы его потеряли с вами. Так, где здесь? Ага, вот ферма. И давай строить. Так, чертеж, чертеж, чертеж. А, у меня нету ничего. То есть мне нужно будет сейчас... Так, забрать, забрать, забрать. Два есть. Нужно будет еще, да, наверное, сейчас наделать. Так, понеслась. Вот так вот начать. Сейчас 6 штучек сделается, и мы посмотрим. Угу, нам нужно будет 4. По-моему, да, по-моему, либо я осколок либо потерял, либо вставлял в инвентарь, я не знаю, не помню. Так, сейчас нужно будет подождать. У нас пока не 2 штучки есть. До 4 подождем и пойдем достроим мост. Да плюс, по-моему, у меня по заданиям были, когда мне тоже нужно было что-то с вами строить. Я по поводу обреза расстроен, блин, я думал, там будет хотя бы 4 патрошка, ну как-то так. Лучше один, чем ничего, правильно? Но зато мы сможем потом, если что, переключиться с вами на арбалет. И стрелять болтами. Блин, 16 уровень, нужен 19, и тогда у нас будет с вами супер отмычки. И когда мы вернемся на основную с вами локацию, мы там с вами сможем открыть здание, которое мы не могли раньше открыть. Ну вот, почему я не могу? Почему я не могу? Это категория заблокирована.
Ага. Значит, все-таки. Так, выход. Вообще не так. Та лесопилка, которую я видел, там может пригодиться. А почему? Почему я не могу этим заниматься? Что не так? Что я упускаю? Я что, зря это все делал? Ну вот, смотри, мне нужно мост починить. Блин. Может, можно как-то вот так вот обойти? Вот в эту сторону, как думаете? Либо это не эти, не эта древесина. Стоп, начать. Угу. Честно, без понятия. Ну вот, смотри, у меня есть древесина, видишь? И все равно я не могу это сделать. Ладно, ладно, давай искать. Давай искать, пусть древесина делается. Может, я тут что-то упускаю с вами. Ну, я просто знаю, что сейчас, если я вниз прыгну, я разобьюсь. Я реально разобьюсь. Как мне спуститься? Как мне спуститься, кто мне скажет? Ну вроде все ж есть, алло, игра. Что не так? Что не так? Почему у меня не получается это сделать? Так, открыть, открыть. Пик 4. Может больше надо, может 40 нужно. Как думаете? Ну вот, у меня 49 есть. А, либо... Либо вот таким вот образом. То есть я... Угу. Окей, если это так, то что я думаю, то это будет хорошо. Давай, нужно будет... Материала добавить, листьев смогу. Кустики тут где-то найти еще. Возможно, я просто неправильно понял. Нужно сначала было, наверное, сделать этот, как его, заготовку, а потом уже. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим с вами. Так. 5. 10. Ага, вот, 20 штучек. Добавить топливо еще. Ждем. Нужно будет подождать, пока не из 20 штучек у нас наделается. Ладно. Так, открыть. Давай откроем дверку. Вот, все. Хорошо. Металл мы заберем. Да, металл мы в любом случае заберем. А листья, я думаю, можно скинуть. Блин, знал бы, перед записью это все сделал. Так, давай, наверное, листья сбросить. Так много мне не надо. Нет, я сбросить сказал. А сейчас посмотрим. Угу. Все, появилось. А ну. Да, 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 появилось, хорошо, отлично. Продолжаем, значит. Давай начать. Хорошо, ну по идее должно 4, либо тут 4 по 4.
Так, давай это мы скинем. Это мы заберем. И давай подождем. Можно, я думаю, немножечко пофармить, пока есть тут. Угу, резина. Так. Ну, по идее, должно быть 4, правильно? Либо мне надо 4 по 4. Вот это вот единственное понятие не могу. Что ты тут? Дуркуешь, да, я смотрю? Ну да, хорошо, давай все разбирай тогда. Давай все разбирать, вот так вот, молодец, умничка. Все, отлично, отлично, отлично. Блин, а у нас места нету, да? Да, давай вот сюда. Да ё-моё. Вот сюда сейчас встанем. Ну? Есть. Ага, один. Окей. Хорошо, еще два надо. Надо еще два. Ну давай побегаем тогда, осмотримся. Что нас тут будет ждать? Вот этот вот монстр. Блин, интересно, я смогу с дробовика в него стрельнуть? Либо не смогу. Ага, не, не смогу. Не смогу, да? Окей. Ну тогда может мы с вами чертеж уберем. Как вы думаете, может мне чертеж здесь не нужен? Пусть будет, наверное, арбалет вот так. И когда мы дойдем до костра с вами, то пополнится у нас болты. Блин, давай пока месть это все делается, может сбегаем, отнесем. Либо не будем бегать, относить. Так, древесина, давай выбросим. Тогда, наверное, возможно, я сейчас закину полностью вот это вот все, что у нас есть. Либо не буду закидывать, чтобы оно у нас делалось. У нас же вроде чертеж уже есть же, правильно, лесопилки, значит, можем его в любом месте потом поставить. Слышь, братюня, а ты на меня, да, побежишь потом сразу же, как только я починю мост? Вот это мне не нравится. Просто мы сразу от него откисаем. Ага, их тут два даже. Интересно, интересно. Интересно, что там будет такого прям... Так, не туда. Интересно, что там будет такого... Мощного, что вы охраняете, ремонт. Ага, вот еще ремонт моста нужно будет сделать. Ремонт, ремонт, домик. Так, ага. Значит, нам нужно будет, да, нужно будет еще потом 4 штуки такие. Так, что мы выбросим? Да, наверное, металл пока мы сюда бросим. И подождем. И нужно будет потом установить, еще сделать 4 дерева. Блин, вот все прикольно в этой игрушке, но вот это вот справа, где рюнзак, вы видите, да? Для улучшения рюнзака плюс 5. Я не могу его отключить. Я не знаю, куда тут тыркать. Где тут... Так, коллекция... Квесты есть у нас, да? Зов маны, побег. Это мы с вами побочное задание. Так. Лестница на кладбище, таинственный отблеск. Вот здесь, по идее, должно оно все отключаться, но оно не отключается почему-то. Я не знаю почему.
Давай еще один, ремонтируем. И нужно будет закинуть еще, делать 4 древесины. Есть, починили. Хорошо. Давай соберем и... Ага, нам листья нужны, да? Либо что нам нужно? Нам древесина нужна. Так. Давай пластик выкинем. Наберем древесину. 30, хорошо. Растительное волокно. А растительное волокно что у нас есть? Топлива не хватает нам. Хорошо, сейчас посмотрим. Может тут где-то, может топливо добудем, да. Сейчас закинем туда топливо. Сейчас закинем туда топливо. Так, давай выбросим. Заберем с вами топливо. Все, 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 прекращай, хороший мальчик. Давай. 3 только могу, да? Начать. Угу. Не хватает еще топлива. Хорошо. Вот оно есть. Так, давай скинем. Тебя вот здесь скинем. Заберем топливо. Надеюсь, нам хватит еще на... один. Ну, чтобы мы потом не бегали и не ждали. Начать. Все. 4 штуки мы поставили делать с вами. Идемте на ту сторону. Тихо-тихо-тихо-тихонечко. Здесь у нас где-то должен быть костер. Запрятать, подпалить. Вот, шикарно. И давай смотреть, как мы пройдем с вами дальше. То есть, каким образом нам дальше двигаться. Нам нужно как-то попасть. Так, аномальный сигнал. Вот сюда нужно попасть, на башню связи. Это мы сможем сделать. Можем сделать, наверное, пойти прямо. А давай мы сейчас сохранимся, пополним болты, пополним медицину, все остальное, и пойдем. Так, сори, ребят, но тут, где я буду видеть вот такие вот запасы, я буду забирать. В любом случае нам пригодятся. Так, здесь у нас... Угу, олень. Бэмби. Так, я таки очень извиняюсь. Реально, приношу свои глубочайшие извинения, но... Мне тут тоже понадобится... Мне нужно еще будет, знаете что? Так, давай зайдем. Давай зайдем. Бейсболка нет. Где наша собачка? Вот, наша корги. Видишь? Кусок манны. Где мне найти этот кусок манны? Я без понятия. Вроде бы у нас был этот кусок. Я даже его вроде бы даже как бы и прятал, но... Его в инвентаре у меня нет. Ага, вот. Так, осколок чистой манны. Автоматические сборы этих материалов. А как... Вот видишь, у меня осколок маны есть. Мне нужен кусок, да, я так понимаю? Как мне создать этот кусок? Так, что здесь у нас? Здесь какой-то сигнал должен быть, правильно я понимаю? Давай обыщем машинку. Бульк. Металл, это хорошо. Давай смотреть. Пойдем, наверное, сначала вот сюда. Послушаем кассету. И потом сходим к этой радиовышке. Так, слушать. Забрать. An intuitive knowledge of exploitation of mana. There might even be a connection between him and the event. Так, забрать, забрать. Это тоже мы сейчас разберем с вами. And the goal ain't getting out of this place. Audio recording over.
Запись закончена. Хорошо. Запись закончена. Как мне сюда выйти? Как мне пройти? Наверное, никак, да? Так, значит, идем в эту сторону. Только главное сейчас здесь не упасть нигде. Угу. Мост я отремонтировать не могу, к сожалению. Здесь у нас тоже ничего полезного нету. Так, здорово, братиш, как ты? Что, ты скучаешь? Скучаю, да, наверное. Все, вот так. Покойся с миром. Сколько вас здесь и что здесь у вас интересного есть? Ого, а вас не сильно ли тут много? Блин, ну, давайте, наверное, мы сходим с вами, исследуем этот сигнал. Исследуем этот бэт-сигнал и дальше будем уже смотреть, хохотун. Так, что здесь нужно? Так, съедобно, несъедобно. Я не знаю, как мне... Во, опустили, хорошо. Смотрим, куда нам надо. А нам не туда надо, нам нужно... Как-то попасть... А как попасть? Так, неизвестно с ним, понял. Стой, погоди. Мы здесь мост с вами опустили, хорошо. Как мне попасть наверх? То есть нужно возвращаться в начало, да? Куда-то сюда. Ну, как вы видите, подъема здесь никакого нету. Так, я застрял? Или что это? Да, я застрял. Это мне сейчас все заново бегать? Не. Это не прикольно. Ну давай, игра, ну пожалуйста. Но я не хочу заново все оббегать. Как я вообще сюда забрался? Кто мне скажет? Хорошо. Пошли. Пошли обратно. Здорово. Так, это где я? Ага, это я домой вернулся. Не-не-не, все-все-все, тихо. Тихонечко-тихонечко, даже не начинайте, ребят, я не за вами. Серьезно, в этот раз я не за вами, я просто пройду. Мне буквально только спросить. Так, хохотун, здорово. Погоди. Кожа нужна. Мне нравится, как он хохочет. Так, что здесь у нас спрячется? Ага, резина. Отлично. Ладно, давай, иди сюда. Смеется тот, у кого в руках лом. Так. Где-то тут еще должен быть песель. Ага, вот песель. Здорово. О, отлично. И, может, как раз с вами сейчас заберем этот, как его. Это что мы делали? Древесину нашу. Заодно. Раз мы уже сюда пришли, правильно? Сейчас я только сяду немножечко поудобнее и продолжим. Сейчас, секунду, ребят. Так, все, пошли. Давай листья, наверное, сбросим. Заберем вот эту вот древесину, заберем металл и все, что здесь можем мы забрать. Так, и побежали. Побежали. Давай сюда к костру и... Давай смотреть. Но на машину я явно ж не заберусь, правильно? Правильно. И куда нам нужно...
Так, мы здесь где-то с вами были, по-моему, если не ошибаюсь. Пытались найти вход. Ага, вот где вход. Окей. Открыть. Это что такое? Что это за сигнал такой? Может, копать нужно? Йоу. Куда это попал я? Как я... А зачем... А зачем мне это все тут надо? Ой. Ой-ой-ой, погоди. Я здесь, чтобы что? Так, а дай мне арбалет. А давай попробуем пусю. Как она будет? Неплохо. Согласись, неплохо. Так, пока не знаю, что с этим делать. Так и я не знаю, что с этим делать. Меня сюда закинуло. А я хочу вернуться назад домой. Как мне это все? Может, с помощью арбалета мы сможем сбить вот этот вот кусочек, как думаете? Нет, не сможем. Бусинки. Ключик, ля. Так, на один ключ. До городской станции. Вот это вот оно? Да, ключ использован. Хорошо. Читать. Так, башня. Угу. Это, так понимаю, нам нужно будет исследовать полностью все башни вот эти. Закрыть. Так, известно место энергетического реле, да? Тауэр. Ну, у меня на карте оно отмечено. Либо не отмечено. Вроде бы нет. Хорошо, я смогу отсюда выйти вообще? Да, смогу. Шикарно. Блин, это мне сколько возвращаться нужно еще? Ага, ремонтировать мост. Хорошо, что я взял с собой этот, как его... скажи. Я тебе скажу, древесину. Ну отстань, и без тебя тошно. Серьезно, отстань, пожалуйста. Все, давай. КП восстановим. Так, что здесь у нас есть? Просто как мне найти это все? Так, пошли вперед к мосту ремонтировать. Хорошо. А вот это вот реле. Так, погоди, ребят. Вот это вот мне как найти? Вот эту вот штуку. Мне придется полностью все набегать, обыскать, я так понимаю. Во все места позаходить. Я бы с радостью здесь бы долутался, наверное, я бы, но... Ну ладно, может в следующий раз пойдем. Все, 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 тихо, тихо. Хороший мальчик. Давай заберем электронные компоненты. И пойдем смотреть по поводу моста. Ля, ты падла. А, тут просто нужно будет мост опустить, понял. Нужно будет просто мостик опустить. Хорошо, я думал, нужно будет чинить его. Так, куда я попал? Костер. Ага, то есть мы вернулись назад.
там, где мы с вами были. А, это, в принципе, неплохо. Давай, возвращаемся обратно. Я таки хочу проверить. Все, отстань, пожалуйста. Хочу проверить, телепортирует ли нас обратно, либо мы сможем просто с вами пройти. Так, где тут мост наш? В эту сторону, по-моему. Так, давай, наверное, заберем на всякий пожарный. Все равно идем через это, как его, через ящик, через костер. И мы сможем это все с вами забрать. И положить как раз туда. Все, отлично. Сейчас вернемся обратно. Давай вот сюда. И идем обратно. Нужно будет потом без записи. Я без записи здесь все залутаю. Похожу по этому городу. Ну, пофармлю просто. Позачищаем это все. Позабираем. Все, что нужно и не нужно. Так. Да твою ж. Я опять сюда вернулся. А я таки извиняюсь. А как мне пройти вот сюда? Вот тут меня отсюда меня телепортирует. Возможно, мне нужно будет вот сюда идти. Как думаете? Где мы вообще? Где мы на карте? Так, я не вижу нас. Ага, вижу, вот мы. То есть нужно сейчас будет пройти и просто по прямой вот таким вот образом. Хорошо. Давай попробуем. Но вы видите, дальше я пройти не могу. К сожалению. Так что побежали. Посмотрим. Ну все, не рычи. Не рычи. Давай только восстановим хпшку. Блин, какая огромная локация, реально. И самое интересное, что по основному заданию мне надо просто выбраться, найти спасение, а не бегать здесь. Все, просто прошли, они нас не заметили, хорошо. Давай, побежали прямо. А прямо, я так понимаю, вот сюда, да? Да, можем пройти. Угу, пройти не можем. Так, здесь поезда, здесь тоже завал. Посмотри, единственный вариант ремонта вот этого вот моста. Там, где монстры. И перейти на другую сторону. Хорошо. Просто если сейчас я упаду, то на этом игра и закончится. Так, я сюда. Толстячок. Пойдем на пикничок, либо не пойдем. О! Пшеница. Шикарно. Так, давай осмотреться. Лобстеры. Мне нужна кроватка. Мне нужно сейчас залутать будет кроватку. Так, шикарно. Я просто хочу все-таки сделать себе костюм. Уровень повышен на 17, отлично. А мне нужно 19. Новое изобретение. Воин дорог. Новое изобретение. Бейсбольная карточка. Воин дорог. Мы же с вами сейчас посмотрим, правильно? Что оно такое? Возможно, хпшка будет больше у нас. Так, побежали. Так, а если мы это трогать с вами не будем. Хочу подойти к костру. Дай пройти, пожалуйста. Спасибо. Хочу подойти к костру и посмотреть, что там у нас за воин дорог таких. Так, а ну.
Так, шанс, собиратель. Ага. Выбирайте между 5 навыками вместо 4 при повышении уровня. Да, тебя хочу. Так, инвентарь. Тут у нас мачете надо прокачать еще. Хорошо. Назад, чертежи. Воин дорог. Бейсбольная карточка. Что ты? Так, карточка с изображением звезды лиги. Сила. Отбрасывание плюс 100. Угу. Я если бы еще знал бы, что такое за сила отбрасывания. Вообще было бы шикарная кроличья лапка. Это мне не надо. Воин дорог. Шкура, железо. Что это? Блокировка урона плюс 22. Скорость бега плюс 5. А здесь у нас скорость атаки ближнего боя. Блин, хочу вот этого воина дорог, только мне нужно железо и шкура. Шкуры 12, это то есть мне нужно будет, наверное, каждый раз с вами от этого, как его, начинать все заново. Что это? Урон, наносимый домашним животным в ближнем бою плюс 2, плюс 4. Железный ошейник, а у меня одета железный ошейник, либо нет? Инвентарь. Да, у нас железный ошейник надетый. Ну и тоже, если я сейчас шкуру потрачу, я не смогу сделать себе костюм. Блин, не, давай, наверное, пока мы это делать не будем. Идем посмотрим, как нам пройти на эту вот сторону. Как мне пройти вот на эту сторону? Кто мне скажет? Здорово, а как мне к тебе пройти? Ты мне не скажешь? О, проснулся. Угу, разломать я не могу. А, пройти могу. Отлично. Дальше что у нас тут есть? Ничего, какая-то телега. Здорово. Падла. Стой, пожалуйста, Бэмби. Бэмби, стой. Мне шкура нужна. И все, больше ничего не надо. Шкура, хорошо. То есть нужно просто будет каждый раз подходить к костру, да? А давай проверим. Если мы сейчас 6 раз так сделаем, может, я себе смогу сделать себе и курточку. Так, присели. Отлично, чертежи. Сколько осталось? Хорошо. Давай смотрим. Если да, то вообще будет шикарно. Так, подходим, подходим. И у нас тут Бэмбик появился, да. Ребят. А почему бы и не сделать нам сейчас курточку? Согласны? Будем как безумный Макс в дороге ярости. Давай. Все, уходим. Ну, раз игра позволяет, почему бы и не делать? Она же сама дала возможность, правильно, нам таким заниматься. Да ептвы. Все, шкура, мясо, шкура, мясо. А с вас, по-моему, косточки только выпадают. А, мясо. Ладно, второго бэмбика трогать не будем. Второго бэмбика трогать не будем. Так, что ты тут? 9. Так, еще 3 раза. Еще 3 раза сделаем курточку. И, наверное, на этом серию закончим. Я побегаю в этом городе, залутаюсь. Там, где меня телепортируют постоянно. И в следующий уже попробуем продолжить с вами проходить. Так, хорошо. Бэмбик, стой. Да, достала библиотека. Падла. Что значит, получи ломиком по хребту. Так, еще 2 раза. Все, прости, зайчик, ну ничего не поделаешь. Как говорят французы, c'est la vie. Такова жизнь.
Так. Еще два раза, да, по-моему? Так, хорошо. Отлично. И еще разочек. И у нас будет с вами модная курточка. Так, дай сюда. Правильно, еще же шразик. Ага, железо 8015. Ладно. Тогда сейчас добудем бэмбика. И я пойду пофармлю железо. И уже потом сделаю себе курточку. А в следующей серии уже посмотрим, куда мы сможем с вами отправиться. Хорошо, здесь мы с вами зафармили. Мне нужно просто будет туда железо, слитки. Нужно будет как раз выбрать то, что мы будем с вами прокачивать. Наверное, в инвентаре у меня будет ломик. Ломик мне нравится. Потом обрез и мачете. Мачете нужно будет прокачивать. Я просто не знаю, будет ли там лучше за мачете у нас оружие. Просто мачете я почти не пользуюсь. Так, модернизация, смотрим. По поводу мачете. Где наш мачете? Вот наш мачете, я его даже еще и не прокачивал. То есть, мне опять же железо нужно и пластмасса. Но сначала я потрачу, наверное, железо на... Угу. Наверное, потрачу железо сначала на курточку. Потом нужно будет на мачете, а потом дальше уже будем смотреть. Блин, нужно найти где-то картохи. Лука где-то найти. И у нас, по-моему... Погоди, стой. Если я не ошибаюсь, мы можем с вами делать... Как посмотреть? Сейчас, секунду, ребят. По-моему, мы семена можем с вами делать. И можем сажать эти семена. Дай сюда. Мешочек с семенами. Не сюда, чертежи. Вот, мешок с семенами у нас с вами есть. И у нас где-то здесь было поле, помните? Дай посмотреть. Где-то у нас было здесь поле. Вот поле. Может, мы там сможем вырастить себе и лук, и морковку, как думаете? Дом дока. Угу. Интересно. Так, а мне было по заданию быстрая телепортация между кострами выполнить нужно. Так, чертежи, быстрое перемещение, вот. Давай попробуем вот сюда переместиться. Могу? Могу. И мы, по-моему, задание с вами выполнили какое-то. Да, задание выполнено. Забрать 3000, хорошо. Давай еще раз. Быстрое перемещение между кострами. Где наш дом дока? Сейчас, секунду. Так, где мы? Ага. Может, сходим в дом дока? Вот сюда. Посмотрим, если я смогу посадить себе печень. Приготовив себе пару литров пива. Ну, как думаете? Или бы не смогу. Давай сбегаем. Так. Вот сюда. Намасте. Ёб твою. Кусай, кусай его, кусай. Кусай, 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 кусай. Ля ты падла. Кусай, собачка, кусай. Ага. Ага. А я таки извиняюсь, каким образом ты туда вышел. Может, из-за того, что у тебя дверка была открыта? Отстань. Надо будет дверку, значит, закрыть. Ага. Все. До побачення. Дебила кусок. Бегает он за мной. Ты гляди. Дома ему не сидится. Так, давай посмотрим, где тут. Где тут что тут есть интересного?
Нужен ключик. И там что-то интересное стоит, смотри. Нужен ключик, хорошо. А здесь у нас есть поле. Здесь у нас есть поле, а я смогу, если я сейчас выберу мешочек себе. Где наш мешочек? Это не здесь. Так, желательно, нет, мне это не надо. Давай, наверное, нож сюда добавим. Погоди, а что у меня здесь было? У меня здесь были бинты. Игрушка, свисток. Не, бинты сюда. Нож сюда. Телепорт, телепорт. Бросьте жвачку. Пусть свисток будет. Так, где наш мешочек? Давай мешочек. И давай смотреть. Могу ли я сажать здесь? Да, ребят, смотри, я могу морковку сажать. 5 штучек. Ну, разве это не шикарно? Я могу картошку сажать, смотри. Именно пшеницы. Твою что? Ля... Не, погоди. Погоди кувыркаться. Дай мне сапку, дай мне сапку. Ну, давай. Требуется 12 листиков. Ты серьезно? Я не могу посадить из-за того, что мне нужно 12 листиков. Ладно, давай морковку. Посадим сюда. Где наши листики? Тут есть листики? Да, есть, хорошо. Где тут еще должны быть листики? Блин, по-моему, у меня аж дома в инвентаре было много листиков, да? Вот листики, где я могу взять. Давай, наверное, сейчас зачистим эту местность. Я немножко позанимаюсь садоводством. Согласны? Немножко садоводством с вами позанимаемся. Может, закроем как раз задание. Так, урон. Я могу нанести? Нет, не могу. Почему не могу? Ладно, разберусь я, почему не могу. Листики я собрал. Шикарно. Давай вот сюда. И займемся огородом. Блин, надеюсь, мне не нужно будет поливать их водой. Так, хорошо. Требуется 12 листиков. Хорошо. Давай выберем, что мы посадим. Давай картофель посадим. С вами. Давай выберем, что еще есть. Семена пшеницы, семена моркови, кукуруза, да? Кукуруку посадим. Ну и все. Нужно будет ждать. Я так понял, нужно будет с вами ждать. Блин, 12 листьев. Ладно. Тогда я здесь немножко подожду. Уже в следующей серии мы продолжим с вами наше путешествие. Возможно, я здесь даже насобираю металла себе. Как думаете? А может, и не насобираю. Открыть ключ. И вроде бы, если я не ошибаюсь, я когда разломаю этот стол, видите, синий слиток вот этот вот. Кристалл, то я смогу, по-моему, прокачать себе даже и собаку. А может, и не смогу. Ладно, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игрушка нравится так же самое, как и мне. Так, избавьтесь... Так, а, изобретите, создайте улучшенный мешок для семян. Посадите семена. Манны из... Угу. Используя улучшение мешок для семян, соберите ростки манны. Ё-моё. Новое задание. Улучшенный мешок создать. Новое изобретение. Улучшенный мешок для семян. А где я тебя могу его создать? Только возле костра, по-моему, да? Здесь... А, нет, вот я могу. Увы, не могу.
Бы не могу. Так, тогда я... А тут есть костер вообще? Дай посмотреть. Костра, к сожалению, нету. Тогда я домой. Там, где у нас костер с вами находится, вот сюда. Создаю мешочек улучшенный, да? Либо вместе с вами сбегаем, посмотрим. Так, давай, наверное, в эту сторону. Сейчас посмотрим по поводу улучшенного мешка. Что это за мана такая? Может, даже получится сейчас листиков немножко насобирать. Так, здорово, хохотун. Может, даже где-то листья насобираем. А может, и не насобираем. Сейчас посмотрим. Так, шкуру я заберу. Металл заберу. Так, ребята, встаньте. Мне не до вас. Мне сейчас стало более интереснее заниматься огородом этим всем. Все, здорово. Здорово, костер. Так, чертежи. Мешочек для манны, да? Так, улучшенный мешочек. Угу, поддерживайте. Бум, есть. Так, инвентарь. Ага, то есть у нас улучшенный мешочек уже есть. Хорошо. Так, не туда. А что у нас по поводу... Инвентаря, коллекция. Блин, у меня 8 листочков всего. Я, к сожалению, всего 8 листочков. Хорошо. Его мне даже и не интересно. Не-не-не, все-все-все, беги-беги. Ты чего? Алло, алло. Давай, давай, придурок, беги. Сейчас тогда я побегаю, пособираю листочки. Ага, не могу, да? А где у нас много листочков было, не помните? Я тоже не помню. И нужно будет посадить тут манну. Так, здорово, ребят. Как оно? Нормально, да? Ну, самое главное. Так, давай разломаем. Забираем, забираем, забираем. Так, а когда у нас урожай будет? Мне интересно, сколько по времени это все будет занимать. Читать, читать, хорошо. Листочки, листочки. Где же тут могут быть листочки? Но явно не здесь, да? Ага, 8-9, по-моему, хватит. Там, по-моему, 12 надо было. Ага, у нас 11 из 12. Хорошо, мне нужен... Нужен еще один гребаный листочек. Вот он, есть, отлично. Так, отойди, пожалуйста. Есть, теперь берем мешочек и выбираем. Ага, я не могу из-за того, что нету бусинок, да? А где мне бусинки найти? Слышь, собакин, или кто тут? Интересно, у тебя есть бусинки? Нет, бусинок у тебя нету. Нужно, значит, будет поискать бусинки. Может, у собаки есть бусинки? Я, по-моему, все свои бусы потратил на что-то. Я не помню, на что я потратил. Ладно, не столь так уже и важно. В любом случае, я буду возвращаться в другие места, чтобы фармить. Может, там я бусы и найду. Так, давай обойдем. Давай посмотрим. Что у нас здесь есть? Так, к сожалению, это пластик. Все. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр, за лайкосики, за комментарии. Конечно, если вы их оставляете. Если нет, но... Что поделать, я ж не могу вас заставить, правильно? Так что, в следующей серии уже будем продолжать. Да, я без вас займусь огородом. Я думаю, вам реально неинтересно. И неинтересно будет смотреть, как я буду... 200 тысяч... часов ждать, пока мясо оно вырастет, и фармить это все. Но уже когда будет что-то интересное, тогда уже с вами и включимся. Да, и надо не будет забывать про металл. Для того, чтобы сделать себе курточку, как в безумном Максе. Все. Всем пока-пока.